your sinners and put your lights on. Put your lights on. Hey now, all your lovers, put your lights on. Put your lights on. Приветствую. Это видео посвящено усилителю Yamaha X2000A. Пульт родной. Первый раз его вижу. Вот так вот он выглядит. Обычно приходилось довольствоваться аналогами, но в данном случае оригинал. Так, что сказать, ну, сейчас давайте потыкаем, наверное, чуть-чуть. В принципе, усилитель известный. А со вскрытием там тоже будет эпизод чуть попозже. Сейчас мы, знаете, что сделаем? Так, сейчас мы переключим вот здесь. Я сейчас пока сюда сознательно внимание свое не уделяю. Потом об этом поговорим. Значит, ну понятно, тут все работает. Единственное, что стоит сказать, состояние, конечно, волшебное, но, к сожалению, подкачала вот эта вот история. Причем интересно, что я всегда думал, что это натуральное дерево, а оказывается, здесь пленка. Вот, и вот эта вот пленка, она вот подлупилась. Ну, собственно, я ее подклеил как смог, скажем так. То есть вот с лицевой части вопросов особо нет. Корпус сам, металл, все порядок. По технике у них, у AX, в принципе, у них вот эта вот кнопочка директа, она болеет. Обычно она шуршит, здесь она абсолютно не шуршит, но у нее есть вот такой вот эффект, что нажимаешь, все нормально, вытыкаешь, она бывает до конца чуть-чуть не выходит, и это влияет на звук. Ну, то есть, грубо говоря, в принципе, знаете, люди либо в директе слушают, либо не в директе, да, то есть, как правило, ей не пользуются. Я думаю, что, видимо, пружинка подсела, потому что, ну, мастер смотрел, говорит, я не знаю, что с ней делать. Ну, то есть, все классно работает в плане техники, а вот то, что она, видите, чуть-чуть застревает, она иногда возвращается, иногда нет. И когда она не возвращается, звук чуть-чуть более тусклый. То есть, ее нужно вот так чуть-чуть руками подтягивать. Это что касается техники. Это сейчас у нас подключен канал по RCA. Вот он у нас на DAT1. Я специально не на CD включил, чтобы не путаться.
Так, теперь мы что делаем? Теперь мы включаем на балансе. И здесь включаем диджитал. Вот, точнее, это был диджитал, а сейчас мы на аналог. А вот так вот. Вот так вот это у нас сигнал с двух семерок, пока аксиалу идет в ЦАП DAS-R1 и обрабатывается. А если мы вот так вот сделаем, то это у нас отсюда будет сигнал сюда идти, то есть здесь на несколько устройств. Ну, ему надо подумать. Это другой диск, соответственно, который стоит в нижней, в транспорте. Так, друзья, я могу заслушаться. Вообще, я про эти вещи сейчас так вот говорю, как бы типа вскользь, как будто для меня это ничего не значит. На самом деле значит много. Я просто хочу большое видео сделать, потому что вот эта вот штуковина, это, конечно, вообще там просто, ну, это за пределами мечтаний, будем говорить так. Ну, как видите, эти за пределы иногда бывают, сбываются. На Рождество забрал. Вот, что сказать еще. Да, еще планировал я на AX-е 302 подключить, послушать. Ну, вы знаете, что-то крутил, вертел. Они не то чтобы, ну, не то чтобы он не может их раскачать, но очевидно, что с Виктором они играли лучше, чем с ним, поэтому просто не вижу смысла. Ну, то есть, говорю так, что 302 AX подходит как минимум меньше, чем Виктор. Вот, не знаю, что с этими колонками. Нужно включить в виде усилителя, чтобы было здорово. Но пока у меня лучше, чем Виктор, для них ничего нету. Так, это сказал. Здесь все, в принципе, показал. Ну, наверное, сейчас включу сегмент разобранный усилитель. И потом винил послушаем. Итак, друзья, вот она наша рыба без трусов. Значит, транзисторы родненькие. Получается по 6 больших на канал и на раскачку еще по 4. То есть вот 2 и здесь по краям 2. Бытует мнение, что на AX2000A больше элементарной базы, чем на AX2000. Ну, я уж не знаю, где она прячется. Сейчас мы к этой части придем. Сейчас. Вот. Но у меня есть видео с разбором AX2000, который с ЦАПом. И там тоже я показываю вот эти вот все моменты. Так что можно посмотреть, какие здесь элементы стоят, какие там. Ну, так, ради интереса. Ну, единственное, блок питания там снизу. Я не буду сейчас туда лезть. Вот, но там все тоже отлично. Блок питания там вот на таких вот, на Duorex'ах собран. Эльновские, по-моему, они. Да, Эльна. Вот. А так визуально вот это все одинаково. Даже вот эта вот корыца, здесь ЦАП расположен. Ну, цифроаналогового преобразователя часть вот здесь вот. Она еще закрывается медной крышкой. А в данном случае здесь расположена схема балансных входов и директ. То есть здесь вот клавиша, вот это, директ-инпут. А когда мы ее нажимаем,
что у нас работают либо балансные входа, либо вот мы переключаем на RCA входа в режиме директа. А вот здесь вот у нас, я заметил, такую есть, видите, Pro Used, то есть, видимо, для каких-то профессиональных целей. Откручиваем болтик и смещаем, и у нас получается плюс 4 дБ. Вот. Ну, то есть более громко работает эта вся история. Ну, понятно, здесь вертушечка MMMC. Вот. Короче, стандартный набор. Такой же, как на AX2000. Ну, за исключением, что вот здесь там ряд цаповых всяких дел. Значит, есть размыкатель, send receive, send получается это часть предусилителя, receive это используем как мощник. Что у нас тут? От 4 Ом до 16 принимают. Две акустических системы можно подключить, 4 колонки. Значит, вот у нас приходят балансы, вот так вот оно получается. Чик-чик. Короче, вот отсюда я так наблюдаю, симметрично все собрано. Вот от вот этой части. Единственное, что здесь вот какая-то хрень стоит. Я не знаю, на ней ничего особо не написано, ну или не сильно видно. А с этой стороны вот два кондерчика. А так симметрия полная. Ну вот, а здесь, ну может кто очень умный расскажет, покажет. Я еще сначала открыл аппарат, нету крышки вот этой вот, ну, я привык эти, AX2000, а у меня буквально разок был, я, по-моему, даже его не вскрывал, я уже не помню, ну, в общем, короче, я смотрю, крышки нет, думаю, ёлы-палы, блин, что за дела, ну, а здесь медная такая на AX2000, по которой с ЦАПом идет, вот, думаю, ну, пипец, что делать. Крышки нет. Ну, понятно, что это ни на что не влияет, но кроме того, что ее нету. Понятно, что верхняя кожура-то она есть, все классно. Вот, а потом что-то смотрю и понимаю, что думаю, блин, следов нету, что она тут была установлена. Ну, типа, видимо, ее давно нет. А потом начал смотреть на отверстия и понял, что в эти отверстия вообще никогда ничего не закручивалось. Видно, в AX2000A просто крышки нет. То есть, где часть ЦАПа, ну, требуется закрывать, а где вот не часть ЦАПа, где вот это вот балансы-малансы, здесь, видимо, и не требуется экранирование. Ну, а так он вот весь такой медненький, тоже поделен, все симметрично. Короче, вот так. Итак, перейдем к винилу. Ну, винил надо начинать проверять с того, чтобы проверить соотношение сигнал-шум. Вот буквально такой ощутимый фон появляется вот на такой громкости, но это запредельная громкость, то есть этот фон, он просто потеряется на уровне музыкального сигнала, если вы вообще до сюда докрутите. Так, можем сразу Subsonic включить, хотя, в общем-то, это без надобности. Так. Головочка Denon 303 MC-шная. Оп. Ну, винил так условно включим, что все работает. Так, с маленькой громкости начнем, конечно же. Знаете, вот то, что здесь трехполосный эквалайзер, назовем это так, тембер-блок, да? Ну, довольно удобная вещица, то есть, что серединка прям ощутимо регулируется, то есть, тем, кто любит тембер-блоки, можно прям...
скажем так, диапазон голоса подтянуть или наоборот подосадить. Вот. Я, конечно, может, немножечко уставший, поэтому как-то веселья и задора не хватает, но постараюсь, по крайней мере, сохранить информативность. Я хочу еще отснять вот этого черного красавца. Вот. Есть еще один шампань-красавец. Так, ладно, нам пора включить прощальную мьюзику. И расходимся, ребята. До новых видео. Так, это мы сейчас по балансам. No one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free.